Влюбленные, любите, одинокие, найдите, любящие, храните, всех днем влюбленных. Счастья вам, любви, любите друг друга. А сейчас я вам расскажу о праздниках на 14 февраля. Поехали! День Святого Валентина или День всех влюбленных. Международный день дарения книг, День компьютерщика, День грамотности в Либерии. Есть еще необычные праздники. День, когда любят все друг друга. День, когда происходящее превосходит все ожидания. И день всех недоверчивых и подозрительных. А в народном календаре Трифон Мышегон. Именины в этот день отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен и Тимофей. В этот день в истории тоже есть знаменательные события. В 1613 году первое представление пьесы Шекспира «Буря». В 1718 году Петр I лишил прав своего сына Алексея на престол. В 1803 году Мозес Коац запатентовал машинку для чистки яблок. В 1918 году в России введен Григорианский календарь. В 1950 году в Москве подписан Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. В 1952 году открылись шестые зимние Олимпийские игры в Осло, Норвегия. В 1993 году создан Московский театр «Луны» под руководством заслуженного артиста России Сергея Проханова. И в 2005 году создан сервис YouTube. И родились в этот день. В 1763 году Жан Моро. Генерал Первой Французской Республики, соперник Наполеона. В 1813 году Александр Даргомышский, советский композитор. В 1855 году Всеволод Гаршин, русский писатель и литературный критик. В 1928 году Сергей Капица, советский и российский ученый, просветитель, телеведущий. В 1936 году Анна Герман. Польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках. В 1947 году Борис Штерн, советский писатель, фантаст. В 1949 году Николай Еременко-младший, советский и российский актер, режиссер. В 1953 году Сергей Миронов, российский государственный и политический деятель. В 1962 году Кевин О'Коин, американский фотограф, визажист. И в 1988 году Олеся Владыкина, российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка. Никогда не ругайте себя за прошлое, ведь вы пытались быть счастливыми. Будьте счастливы. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Пока!